Всем привет! Вы на канале «Жить в Краснодаре». Сегодня у нас 15 августа. Несколько дней шли дожди, похолодало. Сегодня такая чудесная погода и не очень жарко, да, Вов? И мы решили... Вов, что ты делаешь? Расскажи. Я делаю проводку. В общем, мы на нашей... Чтобы было светло. Да, на нашей веранде. Ну, или как это у нас называется? Скажи. Давай. Ага. В общем, делаем свет. Свет, в общем, провели сюда этот электричество, вот тут вот. У нас, Вов, можно я расскажу? Ну. У нас с этой стороны дома розетка. Вова сделал, Вов, ну расскажи. Дырку перфоратором прохерачил сквозь стену. Угу. Вывел провод, поставил розетку. Да, поставил розетку. На нее еще ставлю одну розетку и выключатель. Да. В общем, у нас... Вон там лампы будут. Вон там у нас будут лампы. Вот мы уже их купили в Леруа. Вов, почем мы купили их? 700 рублей, да? 760. 760 рублей, две лампы у нас будет. 1500 рублей, короче. Да, 1500. У нас вот тут будет розетка. И вот Вова сделал вот здесь вот розетку и выключатель, да, Вов? Да. А у нас, видите, два будет выключателя. Как вы думаете, зачем второй? Вов, расскажи. Когда жара 50 градусов, мы сюда вентилятор еще захерачим. Да, мы хотим, короче, вот сюда повесить вентилятор. Он не только жара, еще и от комаров, да? Да. Ну да, конкретно от комаров будет. Да, мы подумали про вентилятор, когда жарим здесь мясо, и вечерком его начинаем кушать, и нас облепливают комары. В общем, решили вентилятор. Это, по-моему, у соседей, да, мы видели такое? Ну, я им ставил просто. Да, да, Вова уже ставил соседям такой вентилятор, и мы себе тоже сделаем. Видите, все как по уму, электрик делаем, да, вот так, видите, все как положено. Вот. В гофрочке будет все очень у нас тут красиво и светло, да? Во. Да. Какие воробьи нам показывают. Да. Хорошо, вот когда муж электрика, сколько бы ты, если бы ты кому-то вот так вот это делал, сколько бы ты взял за работу? Надо херища. Ну скажи, хотя бы примерно. 1000 две? Да, ну ты что? Что, больше? Конечно. А сколько? 1020. Ну, Вов, ну серьезно, ну что ты как этот? Да тут много работы, тут смотри вон сколько работы. Ну. Целый день, полдня уже трахать. Вон еще там, там, там. 1400, да? 1400, да? Ты что, сэкономим 1400, да? Да, конечно. Так я еще же и сделал, как положено. Да. А не так через жопу не сделал. Очень красиво ты сделал. Я да. Как по технологии все делал. О, давайте я вам покажу, как Вова сделал под нашим тем навесом. Хотя у меня есть видео, но оно уже давнишнее. Давайте я вам покажу. Хотите? Сейчас пойду покажу. Вов, можно покажу, да? Да, покажи. Ага, и все, я пошла. Вот, смотрите, вот тут у нас был выключатель вот на эту лампу. Он чего-то там сделал, в общем, там как-то все соединил. Он тоже, видите, в гофре. Вот все идет. Вот у нас одна лампа, потом дальше вон туда и вторая лампа. Вот у нас вторая лампа. Все как положено. Навес, кстати, он, ну, с него течет. С навеса, ну как течет? Конденсат. Поэтому вот нужно обязательно все делать в гофре. Видите, какой он у меня способный. И вот так мы раз, и все, и свет горит. Но он там, с той стороны у нас еще регулируется из комнаты, что мы можем его и в комнате еще тоже выключать, не выходя сюда на улицу. Вот такой он молодец. Вов, ну все, я показала, как ты там. Ну, что сказали? Ну, думаю, похвалят тебя, конечно же. Там что-то видно? Ну, там плохо видно, но... Ну, наверное. У нас тут, вот смотрите, вот я говорю, Вова, вот нельзя было это, это раньше сделать? А, сейчас еще не вот. Это раньше сделать. У нас, видите, вот этот провод, там розетка. У нас постоянно вот это вот на удлинителе через окно. Если нам надо что-то включить, вот это тут висит безобразие, да? Сколько мы живем здесь? 6 лет? Ну, да. По-моему, можно это было сделать уже давно.
А сделали только сейчас. Ну, ура, мы сделали. А, кстати, нельзя, да, чтобы эта розетка была под открытым небом, да? Обязательно навес нужно, чтобы он под навесом был, да? Да, можно под открытым. Ну, она специально рассчитана. Вот эти, да? Но они дорогие, что-то мы там купили, да? Сколько она, под 400 стоит, да? Розетки эти. Она рассчитана под открытым. Вот, все, теперь у нас будет комфорт. Я еще, знаете, что хочу его попросить, чтобы он вот здесь мне сделал столик, знаете, такой откидной. Ну, вот он раз его поставил, вот так, хоп, и там ножка такая, не надо, вот так раз убрал, чтобы, ну, вдоль стенки. Ну, например, чайничек там сюда принести, поставить, там еще что-то, ну, чтобы розетка была. Хёршер тут включить, например, помыть вот это все дело. Что еще в ставах можно включить? Телевизор на стенку повесить. Я сделал на 6 киловатт. А это кондиционер можно включить? 2,5 квадрата, кто знает. Тут 2,5 квадрата на 6 киловатт. Вполне хватит. Кондиционера можно 3-4 штуки включить. Угу. Мощных, причем девятки. Все, мы молодцы. Я траву сегодня дергаю. После дождя это классно, трава дергается. Сейчас я тут все попочищу. В цветах, в малине мне уже чуть-чуть осталось, клубнику мне надо еще почистить. Вот, прям одно удовольствие травку эту дергать. Приятное с полезным совместили. Ну все, друзья, всем пока. Потом покажу вам, когда уже Вова там все сделает наверху, покажу вам, как все это дело у нас будет работать. А мы в этом году будем вентилятор ставить? Вентилятор? Да. Да, в этом? Мы посмотрим. Да, уже сразу все сделать, поставить его, чтобы стоял. Ну все, друзья, всем пока!